Всем привет из солнечной Греции, с вами Юля, и я к вам сегодня с покупками. Я решила немножко себя побаловать, сделать себе несколько подарков, и, как вы видите, это Dimensions, это оригинальный Dimensions. Хочу с вами поделиться своим выбором, и вот сейчас я их разложила, чтобы немножко полюбоваться, и такая была небольшая интрига. Мне нравится, когда девочки показывают в покупках и вот начинают тоже вот так вот с обратной стороны. И когда показывают вот так ниточки, палитру, основу и спрашивают, вы, наверное, догадались, какой это наборчик. Знаете, я вот честно, сколько бы ни гадала, ни угадывала, ни разу я не угадала какой-то наборчик. Вот мне интересно, кто-то угадывает, если у вас получается угадывать по обратной стороне, напишите, очень любопытно, потому что вот я сколько не старалась, и бывают такие случаи, думаю, вот этот набор у меня есть, это 100%, вот этот набор, нет, никогда я не угадываю. Ну ладно, томить вас долго не буду, думаю, что действительно мало кто может догадаться, что за наборчик, вот так вот, если посмотреть. Ну давайте начнем немножко для интриги. С обратной стороны полюбуемся на нитки. Смотри, какие красивые цвета: синие, фиолетовые, бирюзовые. Вот эти нитки, вот этот цвет бирюзовый, он вообще меня сводит с ума, потрясающий. Ну вы понимаете, отсвечивает от лампы. И это вот такой индийский павлин. Долго я на него смотрела, заглядывалась, думала, ну, куда складывать, все покупать, когда приспичит выше подбором. Думала, думала, потом решила, нет, все-таки сделаю себе подарок, пусть он будет у меня в моих закромах, в моей хомячьей норе. Мне очень нравится вот этот бирюзовый оттенок, и вот из этого цвета я купила этот набор. Я люблю очень павлинов. К сожалению, у меня пока только одна картина вышита с павлинами. Это Риолис. Там пара павлинов. Если получится, вставлю фотографию, если не забуду. Вот. И, конечно же, хочется еще вышивать павлинов. Люблю эту птицу. Яркую, красивую. Такую, знаете, выпендрёшную. И хочется их вышить в разных дизайнах. У Dimensions есть хорошие павлины, и у Риолис мне нравятся очень классные павлины. Вот, и у Доме есть очень красивые павлины. Поэтому, как бы, может быть, у меня когда-нибудь коллекция павлинов соберется, может быть, даже повезет и вышьется. Просто вот шикарная птица, красивый вот такой вот павлинчик. И акцент здесь сделан вот именно на, как сказать, на самом теле павлина, не на хвосте, потому что обычно всегда, конечно, показывают этот шикарный хвост павлина. Ну вот в данном случае вот настолько нежный и интересный, интересная композиция, мне очень нравится. А если еще оформить, раз красиво. Да, значит, здесь у нас Аида. Аида, давайте посмотрим данные. Что у нас здесь? Размер работы будет 22 на 38 сантиметров. 14 каунт используется. Количество цветов не указано. Ну, вот две небольшие планшетки. Это не Gold коллекция, а обычная коллекция. Вот такие вот шикарные ниточки. Конечно, цвета просто сумасшедшие. Вкуснота и красота. Вот такой вот у меня наборчик, значит, пришел ко мне. Пойдем дальше смотреть. Вот такие вот здесь ниточки спокойные. Основа очень теплая. Кофе с молоком. Ну, конечно же, переворачиваем. И вот такая красавица появилась в моей коллекции. У меня есть душа розы. Я ее планирую вышивать. Когда не знаю, да, но вот все равно когда-то я ее вышью, и чтобы у меня, ну, как-то пара была, да, вот я себе всегда планирую парные работы,
Хотя очень тяжело вышивать и создавать парные работы, коллекции. Вот. Но эту девушку обязательно мне нужно было приобрести, чтобы в будущем я могла все-таки сделать парные картины «Душа розы» и вот эта «Испанка». Они, мне кажется, вместе будут смотреться просто великолепно. Размер работы 27 на 38 сантиметров. Какая у нас еще здесь информация? Каунт 18, как я уже и показывала, цвет кофе с молоком. Очень мне нравится этот цвет, он такой теплый, такой приятный. И вот такие тоже спокойные ниточки здесь, такие хорошие ниточки. Кстати, здесь очень много ниток внутри. Он прям такой, знаете, самый-самый из всех вот этих моих наборов, самый плотненький, самый такой пухленький. Хороший такой набор. Класс. Я вообще так рада, что я решила себя побаловать. Хоть и много у меня уже всего в запасах, но хочется. Хочется себя баловать, поэтому я вот так ходила вокруг да около и не выдержала, сделала заказ. Вот еще один наборчик Gold коллекции. Переворачиваем. Опа! А это новиночка. Ну, конечно же, как я могла пройти мимо вот этой великолепной новинки. Это очень удачный дизайн, потому что вот так буду показывать, чтобы сильно не светило. Потому что очень много девочек оценили эту разработку своей красотой, своей теплотой, праздничностью. Вот. И Светлана Карелкина недавно вышивала этот набор, поэтому уже многие посмотрели на отшив. Вот. Ну, как только вышла эта новинка, я сразу, конечно же, на нее обратила внимание. Сделала предзаказ, но долго у меня не получалось выкупить то одно, то другое. Доставка дорогая, знаете, вот все думаешь, брать сейчас, не брать сейчас, меняются какие-то дела. Ну, в итоге я решила, что надо себя побаловать, и вот я сделала заказ, приобрела несколько наборов. Конечно же, этот набор у меня был в списке по пунктам номер один. Мне очень понравился этот дизайн. Здесь есть олени, мне нравятся зимние сюжеты, мне очень понравилось вот это вот небо, да, этот закат. Ну и свет, работа наполнена светом, несмотря на то, что это все-таки зима и вечер, очень-очень много света. Красивый дизайн, просто шикарный, обязательно я когда-нибудь, ну пусть будет он у меня, и я буду радоваться даже просто от обладания этим набором. Ниточки вот такие вот тоже здесь шикарные цвета. Вот он тоже плотненький, но он не настолько плотный, как вот этот. Он намного тяжелее, плотнее, прям, наверное, самый такой богато укомплектованный набор. Здесь много ниток внутри. Так, смотрели. И еще один набор. Этот набор я покупала уже отдельно, вдогонку. И, знаете, сначала купила вот эти вот три. Проходит какое-то время, и я понимаю, что мне нужен и вот этот набор. Я вам сейчас покажу, что это за дизайн. Показываем ниточки. Вот такая солнечная здесь основа лимонного цвета. Вот что-то интересное здесь написано, но я не умею читать по-английски, поэтому проходим мимо, переворачиваем. И это, вот свечивает, вот так покажу. Это африканские львы. Вот, это всеми известный дизайн львы в Африке. Раньше этот дизайн очень часто вышивали. Он всем знакомый, ну, всем, кто вышивает, я думаю, этот дизайн знакомый. Я, конечно же, тоже видела этот дизайн, но, знаете, я его глазами настолько наелась, что у меня не было какой-то такой прям большой любви и необходимости его приобретать. А когда вышел перевыпуск, я знаю, что очень много сразу побежали его покупать, потому что это
такой долгожданный был действительно перевыпуск, эти львы, которые нравятся очень многим, и не было возможности как-то вышить этот набор. И вот с перевыпуском появилась эта возможность, его очень сильно хотели многие рукодельницы, покупали, вышивали. А у меня не было этого желания, потому что я его видела столько раз в отшивах, особенно вот когда показывают рукодельницы свои вышитые оформленные работы, столько раз я видела эту картину, что просто уже приелась, и ну вот есть себе эти львы и существуют, но они мне были не нужны. Но в какой-то момент, вот знаете, вот с Dimensions, я думаю, что у многих такое случается, что ты смотришь на дизайн, ты о нем знаешь, он тебя не трогает, но в какой-то момент происходит какой-то щелчок внутренний, и ты понимаешь, что все, вот этот набор мне обязательно нужно, и по какому-то волшебству мы покупаем набор, что-то с нами происходит, и мы на него обращаем внимание. Вот так случилось и со мной. Просто в какой-то мгновение, в какой-то миг я поняла, что, боже, его же перевыпустили уже очень давно, сейчас его все скупят, а закончится перевыпуск, и что я буду делать? Я потом его не куплю. Вот такое со мной случилось, и я обязательно побежала его сразу же покупать. Вот, и вот он у меня буквально на днях пришел, этот набор. Я очень рада, что я решилась на это. Мне доставочка вошла дорого, но зато набор ко мне пришел. Пришел набор. Ниточки здесь, вы видите, теплых оттенков. Песочно-желтых, немножко голубых. Но я думаю, что основная масса ниток, она внутри. И она, конечно, прощупывается, что там внутри очень много ниток. Вот он такой пухленький наборчик. Но опять же скажу, вот этот вот наборчик с девушкой, он потяжелее будет. Да. Все-таки девушка-испанка больше ниточек. Вот, посмотрите, сколько у меня наборчиков. Это оригинальный Dimensions. Очень рада и счастлива, что появились у меня в моих запасах эти наборы. И хочу немножко показать вам те наборы, которые я уже, в принципе, показывала. Но хотелось бы их приобщить к покупкам, чтобы показать все вместе. Потому что я их показывала в видеоотчете. Но... Может быть, кто-то любит смотреть только о покупках, и я решила еще раз здесь их показать. Это наборчики от фирмы «Клубок желаний», которые выполнены по дизайну Dimensions, реплика. Их давно не производят, и поэтому я решила приобрести вот в этой комплектации. Мне комплектация у девочек «Клубок желаний» очень нравится. Облегчает жизнь рукодельницы, не нужно мучиться и доводить себя, не знаю, до усталости в подборе ниток, в поисках подходящего цвета. Здесь уже все подобрано и очень хорошо и грамотно все скомплектовано. Вот. На эту магнолию я уже смотрю много-много лет. У меня есть оригинальная схема скачанная, и я все мечтала сесть и сделать подбор ниточек и приступить к отшиву этой чудесной магнолии. Но вот все как-то руки не доходили. Когда увидела, что есть набор, я решила обязательно, что мне нужно его купить. А когда вышивать буду, я уже, конечно, не знаю, столько всего начатого, но хочется мне вот этот набор, значит, хочется. Посмотрим. Посмотрим. Это моя давняя-давняя любовь. Так, ну вот, балерина. Известная. Да, она, конечно, продается в оригинале. Можно найти, приобрести у фирмы Dimensions. Но, как я говорила, здесь меня подкупила цена. Я купила ее так дешево, что просто, знаете, ну грех было не купить. Здесь столько ниток, столько материалов. И в три раза дешевле, чем у Dimensions получилось. Вот. Но ниточки все хорошие. ДМС, Мадера, Гамма. Результат должен быть хороший. Поэтому я рада. Рада своей покупке. Хотелось бы ее вышить. Ну, вы понимаете, да? Ну и вот этот набор, конечно, он меня
не оставляет никак в покое. Мне нужно срочно начать вышивать, потому что эта красота, эти все детали, эти краски, они меня манят. Я постоянно его вытаскиваю из ящика, ставлю к себе на стол, любуюсь этой картинкой. Да, она немножко пиксельная, здесь не очень удачная картинка, но я знаю, как выглядит отшив, и эта картинка служит напоминанием об отшиве, и хочется мне его уже начать, честно вам скажу. Вот, возможно, скоро и начну. Возможно. Много ниток, очень много ниток. Есть металлик. И здесь идет 14-й каунт Аиды. Я хочу заменить. Мне девочки писали, что, Юль, не надо менять, потому что здесь совсем небольшие участки остаются незашитыми. Но вот в этом дизайне мне хочется какой-то тонкости, легкости, вот чего-то такого приятного. А на линии вышивать очень приятно. Хотя, конечно, я опять же не смогу сделать разметку. Ну ладно. Я надеюсь, я с этим справлюсь. Вот. Конечно, здесь шикарный набор, шикарный. Ну, картинка такая мелкая, не очень-то видно. Но в отшиве будет просто замечательно. Обязательно буду вышивать на линзе или на другой основе, но чтобы соответствовать 14-му каунту. Потому что я обратила внимание, дизайны, которые Dimensions разрабатывает под 14-й каунт, их нельзя уменьшать. Они теряют вот этот эффект, эту красоту. Нельзя уменьшать каунт. Я не знаю, есть девочки, пробуют с меньшего каунта вышивать на более крупный каунт. Смотрится нормально, а вот с крупного на меньше не очень. Поэтому вот этот момент я буду обязательно отслеживать, чтобы у меня был 14-й каунт. А и до 27-го каунта она почти 14, немножко меньше, но маленькая погрешность. Вот. Такие мои мысли. Опять же, нитки сумасшедшей красоты. Нитки яркие, такие классные. Ох, девочки, накупила столько всего, и теперь соблазняюсь, умираю, хочу что-то начать. Но не знаю, что же мне делать. Вот такие вот думы, страдания рукодельницы. Покажу вам еще небольшие мелочи, которые я приобрела. Это всем известные органайзеры с AliExpress. Я тоже решила их попробовать. Ну, что их пробовать? В принципе, принцип я знаю. Отзывы об этих органайзерах положительные. И поэтому я решила, что мне обязательно тоже нужно приобрести несколько для облегчение организации моих процессов многочисленных. Поэтому вот три таких органайзера ко мне пришли. И я заказала еще несколько. Идут еще несколько органайзеров. Нужно переорганизовать какие-то текущие процессы. Меня ждут новые. Скоро старт. Да. Ну, поэтому нужно готовиться. Вот. И такая вот еще мелочь, ерунда. Просто принесла показать. Товара для дома купила такую мыльницу, она на застежке, и она мне служит для сбора обрезков. Очень удобно оказалось. Такая коробочка. Вот. Оказалось очень практично. Вот, девочки, вот такая у меня здесь история с наборами. Просто я сошла с ума. Вот, но я этому очень рада. Такие классные у меня здесь покупки. Все сразу хочется начать, как вы понимаете. Держу себя просто в ежовых рукавицах, потому что мне нужно что-то завершить. Если я что-то начну, я отвлекусь очень сильно. А мне нужно что-то завершить. Поэтому завершаю несколько каких-нибудь работ и буду что-то начинать. Конечно же, вам обо всем покажу. Все вам расскажу, поэтому заходите почаще на мой канал. Ну а на этом у меня все. Я желаю вам хорошего настроения. Ну и, конечно же, до новых встреч. Пока-пока!